Стреляют. Покушение на убийство. Кто стрелял? Кто стрелял? Кто стрелял? Это нормально? Это моя родная сестра. Машину обратно. Это не мы устроили, вы поймите. У нас все готово. Мы не хотим, нас не волнуют ваши разборки. Несите обратно в машину. Несите обратно. Мы все захороним, вы получите. Не надо. Вам родственники говорят. Вам говорят родственники говорят после того, как тут стрельбу устроили ваши конечно, представители. Мы в этом же месте, только это сделаем мы, конечно. Не надо, помощь, не деньги. Да подожди, Марина. Все, проходите. Обратно несите, господа. Подождите, еще раз, Юрий, вот именно, не надо здесь распоряжаться, кому, куда, и что. Родственники это сказали после того, как ваш орел тут стрельбу устроил. Никто не стрелял? Никто не стрелял? Не доказать. Захоранивать в кармане. Они будут вас стрелять, а вы у них захоранивать будете? Вы незаконно захораниваете. Вас стреляют, а вы незаконно. Покажите решение суда. Марина! Решение суда. Все. Пройдите. Марин, у нас уже давным-давно проблема. Только по одной простой причине. Потому что вы здесь. Юрий, объясните мне. Объясните мне. Объясните мне, пожалуйста. Как в рамках вот произошедшего можно... Вот стреляет человек. Почему? Сергей Викторович. Стрельба была? Мы сейчас стрельба была или нет? Была. Стрельба была? Была. Была.